В начале текущей недели ректор Югостинского государственного университета Вадим Ботазович Дедеев принял делегацию молодежного парламента Республики Северная Осетия Алания. Делегацию возглавил председатель Комитета по национальной политике и делам молодежи парламента РСУ Алания Суслан Козаев. В состав делегации также вошли председатель молодежного парламента Северной Осетии Азамат Гаглоев, первый заместитель председателя молодежного парламента Берта Биджелова и глава комитетов. С югостинской стороны во встрече принимали участие председатель парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игорь Кочев, депутат парламента Алла Джоева и проректор по воспитательной и профориентационной работе ЮОГУ Инна Схавребова. Вадим Тадеев поприветствовал гостей, рассказал о вузе, об истории и современном развитии и многом другом. Все сошлись во мнении, что необходимо более тесное сотрудничество и общение на разных площадках севера и юга Осетии. В Югостинском государственном университете прошла олимпиада по информатике. Каждый участник выполнял индивидуальные задания. Победителей олимпиады определяли преподаватели кафедры информатики и вычислительной техники. Олимпиада по информатике для непрофильных специальностей. Мы пригласили студентов экономического, юридического и остальных факультетов нашего университета для того, чтобы, во-первых, заинтересовать их нашим направлением, современными IT-технологиями. Во-вторых, определить их уровень. Победители сегодняшней олимпиады получат дипломы и поощрительные призы. Я надеюсь, что наша олимпиада станет ежегодной и будет привлекать с каждым годом все больше и больше студентов. Награждение прошло на ежегодной научно-студенческой конференции. Ректор ЮОГУ Вадим Бутазович поблагодарил всех участников и организаторов конкурса. Каждый год нас радуют наши студенты своими научными докладами. Это, конечно, прежде всего заслуга и научных руководителей, и самих студентов. Я очень вас прошу, чтобы науке, к студенческой науке, было отношение более серьезное по той простой причине, что именно со скамьи студента начинается любовь к науке, и независимо от того, человек по окончании вуза пойдет учиться дальше в аспирантуру, пойдет в науку или нет, все равно с наукой надо знакомиться уже, будучи студентом. Вначале я бы хотел наградить дипломами победителей конкурса по информатике. Конкурс проводила кафедра информатики и техники. Огромное спасибо и Мадине Харитоновне, и заведующей кафедрой Лане Алановне. И с вашего позволения мы сейчас наградим победителей. Награждается студентка первого курса инженерно-экономического факультета в студенческой олимпиаде по информатике. Первое место присуждается Кучмазовой Анастасии Георгиевне. Вручается диплом и флеш-носитель. Это как подарок.
Второе место присуждается студентке первого курса факультета истории и юриспруденции Дёевой Анне Белсовне. Тоже флеш-носитель. Я хочу по Анне еще и сказать, что она прекрасно рисует, то есть человек всесторонне занимается, развивается. И огромное вам спасибо. Диплом награждается студент первого курса инженерно-экономического факультета Гагиев Арсен Анатольевич, занявший третье место. Поэтому, парню, я хочу добавить, что я преподавал ему и наш геометрию, потом компьютерную графику. Я скажу так, это один из самых наших перспективных студентов. Я тебе желаю удачи и дальнейшего. Еще раз всем спасибо и удачи. Студенты выразили благодарность организаторам Олимпиады за возможность испытать свои силы и знания. Университет Вогдаршиде Олимпиада же ходройстун амач бошахсун артыкогбанат. Хасла барта охамтауди кадун мохликса тораштистан. Фалмаджи охамтадаруди кадун намоназатам амананвина хасла барт зандаркутто. Я участвовала в Олимпиаде по информатике, заняла первое место. Все было очень интересно. Мы также хотим, чтобы эти Олимпиады проводились как бы чаще. Мы хотим поблагодарить наших преподавателей, в том числе и Мадину Харитоновну, за то, что она сделала нам такое мероприятие, а также и нашего декана Марию Вячеславовну. Нам было всем очень интересно, и все было очень познавательно. В Юго-Остинском государственном университете состоялась встреча с сотрудниками компании «Мегафон». Мероприятие было приурочено ко Дню молодежи в рамках сотрудничества между компанией «Мегафон» и ЮОКУ. Студентам была озвучена тема «Работать в «Мегафоне» престижно». Помощник проректора по воспитательной работе ЮОКУ Белла Мамиева представила студентам присутствующих гостей. Сегодняшнее мероприятие приурочено ко Дню молодежи в рамках соглашения о сотрудничестве между компанией «Мегафон Южная Осетия» и Югостинским государственным университетом. Вам, уважаемые студенты, будет представлена тема «Работать в «Мегафоне Южная Осетия» престижно». Сегодня у нас в гостях представители компании «Мегафон». Колесов Сергей Александрович, финансовый директор компании «Мегафон Южная Осетия». Засурина Ольга Владимировна, инженер компании «Мегафон». Бежанова Зарина Тамерлановна, специалист по связям с общественностью компании «Мегафон» Южная Осетия. И с нашей стороны куратором мероприятия является проректор по воспитательной и профориентационной работе Схавребова Инна Чернова. Целью проводимого мероприятия было укрепление восприятия компании в качестве лучшего места работы, а также сделать их ежегодными. Финансовый директор «Мегафон Южная Осетия» Сергей Александрович поздравил студентов с Днем молодежи и ознакомил их с работой компании. Вы в своей жизни уже сделали один важный шаг, вы определились с выбором того учебного заведения, в котором вы учитесь, и в ближайшее время вам предстоит сделать еще один важный шаг, выбрать то место, где вы будете в будущем работать. С своей стороны хочу сказать, что «Мегафон» и «Телеком» являются одним из наиболее желаемых работодателей вашей республики. Я, наверное, начну кратко, потому что все знают «Мегафон», знают «Остелеком», наверное, не все из вас знают ту историю компании, которая у нас есть. И чтобы вам было понятнее, какие перспективы есть работы в нашей компании. Компания «Мегафон» основанием своим считает 17 июня 1993 года. То есть совсем недавно мы отметили 24-летний юбилей компании «Мегафон». Начиналась компания «Мегафон» с Санкт-Петербурга. Это нестандартный ход. Все в основном крупные компании у нас стартуют с Москвы, вы знаете. Тем не менее, в первые годы, вы помните, да, наверное, все. Или, наверное, даже многие из вас, наверное, не родились еще, да? Я еще молодые. Вот. Поэтому в то
то время сотовая связь считалась каким-то эксклюзивом. Это был удел очень богатых, состоятельных людей, причем не только по стоимости услуг, но и по стоимости аппаратов. Аппараты были большие, громоздкие. И если мы посмотрим по истории развития, то через 2 года компания «Мегафон» была всего-навсего 800 тысяч абонентов. Вы можете представить, как это на самом деле немного. То есть не каждому мог позволить себе связь. Тем не менее, компания успешно развивалась и постепенно увеличивала площадь присутствия, расширяла региональное присутствие. В компании появились филиалы, компания стала присутствовать во всех регионах Российской Федерации, за рубежом. За рубежом компания «Мегафон» сейчас представлена Южной Осетией, представлена Абхазией, представлена Таджикистаном. Больше нигде за рубежом компания «Мегафон» свои услуги как оператор не оказывает. Сотовая связь развивается очень стремительно. Если мы посмотрим, то за 24 года мы шагнули от простой голосовой связи, СМС, да, до первых там, шагов в интернете. Компания растет очень большими темпами, и это требует определенных квалификаций от специалистов, от тех ресурсов, которые используются. Поэтому в нашей деятельности используются передовые программные продукты, передовые технические решения. А какие перспективы в связи с этим открывает «Мегафон», «Остелеком» для сотрудников? В «Мегафоне» и «Остелеком», являясь его частью, существуют такие внутренние ресурсы. То есть все сотрудники «Мегафона», работая в «Мегафоне», они в режиме реального времени постоянно могут знакомиться с теми вакансиями, которые есть в других филиалах, в других отделениях и других подразделениях. То есть это такой ресурс внутренний, который позволяет каждому сотруднику постоянно смотреть, собственно говоря, где он может лучше реализоваться. Также в «Мегафоне» развита система внутреннего обучения. Есть так называемая у нас «Мега-академия», где каждый специалист может повышать свою квалификацию. Студенты активно задавали вопросы. Тема, которая волнует почти всю молодежь, вот это интернет. То есть проблема с гигабайтами, то есть со скоростью, она быстро заканчивается. То есть со скоростью, если нет там проблемы. На этот вопрос, скорее всего, отвечу. Если, например, мы кладем на телефон на счет, ну, у нас получается 1 гигабайт, сейчас же там 1.5, то вероятность того, что, например, бывает так, что через 2 дня она уже расходуется полностью. Хотя в телефоне обычно ничего такого не делают. Смотрите, дело в том, что вообще, конечно, все эти вопросы от вас мы ждали, мы ждем, но сегодняшнее мероприятие, оно все-таки носит более информативный характер. У нас сейчас представители с технической стороны нашей компании, с финансовой, связи с общественностью. У нас не присутствует вот сейчас человек, который отвечает за коммерческую часть. То есть мы просто хотим, чтобы вы к нам обращались. Если у вас есть вопросы, вот правда, вот исходя из твоего вопроса. Иногда у нас бывают вот общие жалобы. Ну как знать, в нашем городе мы все знаем, кто чем обеспокоен. Но у нас вот нет, например, конкретных жалоб. У нас нет, может в каком-то районе быть не очень хорошее качество интернета, но с этого района у нас буквально ни одного обращения. То есть мы можем решать. Я просто в первую очередь хочу до вас донести наши проблемы с помощью ваших обращений. Если они устные, и они говорятся там, обговариваются где-то там между собой, для нас этого недостаточно. Например, если мы проведем параллель с Северной Осетией, то безлимитный интернет там я могу подключить примерно за 500 рублей. Ну да, вот что мы будем делать с этим? Мы подключаем 1.5 гигабайта примерно за ту же сумму, и как мы будем решать эти проблемы? Понижать? Я отвечу. Да, потому что это очень важный вопрос для не только для студентов. Да. Я тоже 2500 ежемесячно. Лично учусь на факультете прикладной математики и информатики и являюсь программирую. Мне очень нужен бывает телефон, чтобы работать в этой сфере. И интернет мне тоже нужен бывает. И чтобы работать, не хватает. Постоянно приходится либо подключать дополнительный гигабайт, либо что-то придумывать. И у всех есть эта проблема, потому что мы все пользуемся интернетом.
Учитывая то, что у нас в Южной Осетии только один мобильный оператор, а мобильный интернет, вот сейчас я вам скажу про, ни в коем случае, пусть вас это не пугает, пока нас это не касается. В общем, российские операторы сейчас, безлимит, они делают почему? Безлимит — это вот практически конечное условие конкурентной борьбы. То есть это вот то, что они вот еще могут сделать, чтобы выйти в более выигрышном положении, чем их конкуренты. У нас по условиям, мы в любом случае, мы бизнес-структура, и мы работаем по определенным условиям и правилам бизнеса. Мы не можем при всем нашем желании, например, их нарушать. Я вам скажу, что эта проблема может решиться автоматически. То есть мы, конечно, рассматриваем какие-то наши тарифы и ценовую политику тоже. Но кардинально эта проблема, знаете, когда может решиться? Когда у нас появится другой оператор. Вот Иртел, например, компания, которая полгода назад, еще даже в сентябре ответственно заявила, мы сейчас не переводим стрелки ни в коем случае, что они готовы появиться в нашей республике и предоставлять услуги связи, в том числе интернет. Я очень сама надеюсь, что это в скором времени произойдет, хотя бы вот эта компания или кто-либо другой. Потому что вот эти все проблемы в плане цен, в плане безлимитов, они решатся, к сожалению, не знаю, только тогда. То есть пока Мегафон будет как бы монополий на рынке, то получается, что проблемы все же... Вот вы смотрите, вот я думаю, что в Абхазии, например, тоже два оператора. Это им предоставлено. Хотя бы у них есть возможность сейчас как-то между собой. Два — это уже хорошо. Значит, Мегафон у нас уже вот какой год находится, мы им пользуемся. Неужели вот после денег это все еще не окупилось? Нет. Оборудование. Для примера я скажу. Вообще, когда... Дело в том, что когда строится сеть, это колоссальные расходы. Это не секретная информация, мы в наших пресс-релизах, на пресс-конференциях озвучивали. Например, в среднем, это минимальная сумма, которую мы вкладываем в год в строительство, вот, тем более сейчас, данный этап строительства, более 300 миллионов рублей. И при начальных этапах эта сумма была еще больше, намного. То есть, когда ты открываешь, например, ну, магазин, он у тебя окупается в течение определенного времени. У нас в плане доходов компании пока этого не произошло. То есть это планируется на какой-то, на какие-то ближайшие годы, но в данный момент могу сказать, что нет. В завершении мероприятия сотрудники компании подарили наиболее активным студентам и отличникам памятные подарки. Продолжаются однодневные походы клуба «Аполлон». В этот раз клуб «Аполлон» посетил селение Цон и отправился в Бубские пещеры. Несмотря на то, что погода была не самая солнечная, это никого не остановило. Все знали, куда идут, и всем было очень приятно. Диша джадам зу аржуна и сары Киратта фоха за вортам и куманс Как сэта бонтых сови мазуранс Джоргу бамана бама кашанс Киратта фоха за вортам и куманс Как сэта бонтых сови мазуранс Джоргу бамана бама кашанс. Я рада сказать, что нас посетило много новых студентов, и с каждым разом нас все больше и больше. Экскурсию проводил Гобозов Давид. Отправившись в пещеры, он рассказал нам об истории этих пещер, о быте местных жителей. Во время восхождения на гору
был ужасно сильный туман, но это никого не остановило. Мы увидели красоту Бубских пещер совсем другой стороны. Не солнечные лучи, простирающиеся по этим полям, а такая невероятно серая погода, которая давала совсем другую красоту нашей природе. И я могу с радостью сказать, что наши горы и наши края прекрасны в любую погоду. Алкатарды гецелхуэнг. Чедариктар мэн ошэ захвэн утэбэн я мэна канлавэлла пусослона. Аушу ровэнэлла дизэх. Мэ стэв итог ярда мэрбашэ биакадэмик люби. Петербурга има. Шедариктар ол захвэн утэдон и узарэсты археологический раскупка. Мэн ошэ хэхэта таста исторические слои. Их 11 штук. То есть 11 периодов, по которым Любин установил периодизацию. Это пещера, стоянка очень древнего человека. Пещера союзного масштаба. В союзе таких мест древнего человека было где-то 7 или 8. Чтобы вы имели представление, здесь поселились первые наши прапрапрапрапредки 600-400 тысяч лет до нашей эры. Каменный век. С тех пор, соответственно, климат менялся. Люди то уходили, то приходили. В двух слоях из 11 жизни вообще нет. То есть здесь был сплошной лед. Но иногда климат так менялся, что, опять же, чтобы у вас было представление, здесь нашли череп макаки, кости носорога, то есть животные, здесь были тропики и обитали теплолюбивые животные. И еще куча разных, ну, макаков, носорог, это как пример. Соответственно, куча орудий каменного века и так далее, и так далее. Несмотря на ливень и холод, я получила от похода огромное удовольствие. Да и в окружении таких веселых и интересных людей иначе быть не может. Каждый поход я узнаю что-то новое о истории моей родины. И каждый раз я возвращаюсь переполненная впечатлениями. Дорога в Бубскую пещеру была нелегкой, плюс ко всему еще и дождь, но Аполлоновца ничем не испугать, и в итоге с песнями и с хорошим настроением мы завершили этот поход. Мира не достарал.